друзья рассказали об операции Пугачевой на желудке. Поклонники Аллы Пугачевой обратили внимание на то, что за последнее время певица сильно похудела и вдобавок ко всему помолодела на несколько десятков лет. У многих возникло подозрение, что секрет невероятного преображения Примадонны кроется в серьезной операции, которую та перенесла. Близкие главной звезды российской эстрады решили рассказать, как дела обстоят на самом деле. Информацию о том, что Алла Пугачева сбросила лишний вес в результате операции на желудке, в эфире программы «Ты не поверишь» озвучила диетолог. В ходе процедуры удаляют часть желудка, после чего уменьшается вес, уходит все лишнее. Рассказала она суть медицинских манипуляций. «Я видела ее буквально на днях, и она очень худая. Это неудивительно, ведь при резекции похудение происходит постепенно. Ей просто не рассказали, как надо вести себя после процедуры. Поэтому вес продолжит уменьшаться. Сейчас Алле Борисовне нужна профессиональная помощь», – добавила специалист. После этого описанных причинах преображения Аллы Пугачевой решили рассказать ее близкие. Они рассказали, что никакой операции на желудке у Примадонны не было. Алла Борисовна старается сейчас правильно питаться, – рассказал стилист Примадонны.